Ефірі програма «Навіть регіону» у студії Крістіна Каранкевич. Вітаю вас у гетим випуску. Глядіть. Серйозний крок у розвитті охови здоров'я в області. Унікальну операцію самостійно провели могильовські нейрохірурги. Траву косили хутко і якісно. У Кіровському районі у часі косовіці зладили перший сенофест. До святкування юбілею Могильова готовы. Як наводили святочный глянец у городе, подробязности у выпуску. Унікальною для Могильовщини ендоваскулярною операцію на сосуди головного мозгу самостійно провели нейрохірурги городской больницы хуткой допомоги. Оперативність і професіоналізм допомогли вирятувати життя мужчині з розривом анеуризми і кривозліттям у головний мозг. З уліком складаності операції сьогодні хворий відчуває себе добре. З пацієнтом зустрілася і наша здимочна група. Кризис миновал. Миколая Сидоренко у реанимации наведывает жонка разом давно. Але гэта сустрэча хвалюя. Мужчина был, як говорится, у одним кроку. Так, шел на работу, уже собрался. На крыльцо зашел, сознание потерял. Вызвали скорую. Скорая приехала очень быстро. Вы знаете, я до глубины души благодарна тем, я от страха, от этого волнения, так, я не записала даже ни номера, ни фамилии. Очень молодые, два парня и девушка, но они настолько грамотно ему оказали помощь. Подозрение на разрыв анеуризмы подтвердились. На здымках это небеспечный участок сосуда, невялишки мяшочек. Стенки его нетрывалые. У таких выпадках показана эндоваскулярная операция. Правда, для этого пациента звычайно транспортируют в Минский науково-практичный центр. Вот только на этот раз чекать было нельга. Ситуация внезапная. Нам дается только 72 часа на принятие и выполнение операции, чтобы избежать развития дальнейших осложнений. Учитывая наличие инструментария, возможностей, учитывая тот опыт, который уже был получен в ходе ассистирования предыдущих операций, приняли решение помочь этому пациенту. Гэтая операция могилёвских нейрохирургов – 10-я по лику в области, але першая самостойная без допомоги столичных коллег. Катерина Городницка, Миколай Соболев, «Новины региона». 21 червня Могильовскую область наведает надзвычайный и полномочный посол Республики Молдова у Республики Беларусь. В рамках визиту консул Спадар Серджу проведет прием по консульских питаниях громадян Республики Молдова, которые проживают на территории нашей области. Прием будет проходить 21 червня с 10 до 12.30 в будинку Белорусской гандлевой промысловой палаты по адресу улица Циолковского, 1 у Могильове. Прием будет ладиться у парадку живой шарги. У Могильовской области протягивается косовица. Сёлета яна позднейшая за летость. Коли у минулым годе косовица выходила на финишную промую, то теперь скошена покуль менее за полову площадь, где посеяны травы на кормы живёлам. Отставание отбылося за умовом на дворе, але теперь яно дозволяя повялишить темпы косовицы. Наш репортаж за Сиповицкого района. На этой земле филиала Белшина Агро, открытого акционерного товариства Белшина, косить конюшины с люцерной. В этом году особенность в том, что было холодно, вот, были заморозки в июне месяце, и растения начали раньше срока колоситься и бутонизация, и цветение. Поэтому пришло время срочно все скосить, чтобы полноценный потом получить второй укос трав. Сёлета у филиале Белшина Агро амаль у два раза повялічыліся пасяўныя плошчы под шматгадовыя травы. Ёсць вялікія планы. Трэба нарыхтаваць 25 тысяч тонн сена і 29 тысяч тонн сенажу. Яны патрэбны, каб пракарміць вялікі статак гаспадаркі ў 6 тысяч галоў буйнай рагатай жывёлы. Ураджайнасць шматгадовых траў 180-200 центнераў з гектара. Говорят, трава у вас выросла в этом году особенно. О, хорошая трава. Я уже сколько вот убираю, вот это редко вот такая хорошая трава. Косовица в Осиповицком районе распочалась его апошние дни мая, але на двор я не завсёды спрыяла гэтым работам. Теперь на полях Белшина Агро достатково техники, каб узять добрый темп. Косилки, здравняльники, грабли и 15 автомобилей на отвозе. Усе працуют над выполнением одной задачи. Во-первых, что качественная корма заготовить, вот, и получить наибольшее количество протеинов, белка, чтобы
потом получить достойные надои и привесы на крупном рогатом скоту. Вот так, я думаю, что поэтому и важно и в сроки убрать, чтобы потерь не было. Штодня в області скошують трави прикладно на 9 тисячах гектарів. Більше за половину вже скосили у Славгородському, Круглянському, Клічівському і Бялинському районах. У лідерах по анархтовці сінажу Шкло і Кіровськ. Косовіці у регіоні міркують завершити наприкінці червня. Сніжана Крижевич, Ілона Іванова, Юрій Авласцов. Новини регіона. Косовіця зараз не тільки у господарках в області. Добрі господари шчирують і на власних наділах. У Кіровському районі саме спритні поспіли завітати на перший сенофест. Показати себе на сенофест вийшли 11 зборних від підприємств і організацій району. З першим конкурсом скосити траву хутко, якісно і акуратно справилися на видатно. Далі команди збирали сено у стог. Зробити його треба компактним і високим, каб вистояв при любим надвор'ї. Поки команди визначали самих моцних гостей, запросили почастуватися народними стравами, поглядіти вистави фігур сена, поудельничати у конкурсах на ліпший костюм і польовий вянок. У завершенні першого фестивалю організатори запевнили, сенофест на Чигиринці стане штогодовим. Район сельскохозяйственный, поэтому хотелось бы что-то с традиционного начать. Поэтому решили, вот, смотрели, изучали, чтобы не повторяться как-то, поэтому определили фестиваль сена. Я думаю, что первый раз не получилось якумов, но вместе с тем будем развивать, будем смотреть ошибки, и на следующий год, конечно, это будет более масштабно. Трагедія на дорозі. У Кричевському районі у ДТЗ загинув велосипедист, 47-годовий жихар райцентра. По інформації держаутоінспектора, жихар Росії, який керував «Фольксвагеном», пішов на обгон іншого авто. І у гэты момент протаранив велосипедиста, який рухався по краю проїжджої частки. А до отриманих травм велосипедист помер на місці. У відносинах до виновника аварії заведена кримінальна справа. По словах експерта, у момент ДТЗ водитель знаходився у стані алкогольного оп'яніння. І до інших тем. До святкування головної події года 750-годдя Могильова засталося зусім криху. З гэтай нагоди у обласним центрі пройшов градський суботник. Каб святкування пройшло на вищейшому зроўні па усіх параметрах, у городі наводили святочний глянець. У парку Подніколі кипіць робота. Гэта один з основних об'єктів городського суботника. Підрихтовка до святкування юбілеї Могильова йде повний ходой. Тут удельники суботника на чолі з керівником города Владимиром Цумаровым заливають подмурок для скульптур. Їх Могильова тримає у подарунок по закінченні міжнародного пленеру «Каменная каска». Планується, що хутко у парку розмістяться каля десятка нових композицій. Могильов практично готовий зустрікати гостей, відзначає Владимир Цумаров. Завершающим моментом ще є... Значит, работа на мосту по проспекту Мира через Дубровенко, потому что мы хотим именно к дню праздника движение открыть по полной площадке. Думаю, что у нас все к этому идет и по нашему графику, который мы составили, все получается. Работы по добраўпарадкаванні разгарнуліся і на любімым месцы адпачынку для дзяцей – маскоўскім дворыку. Фарбавалі, прыбіралі смецця, праводзілі сварачныя работы. На працу выйшлі не толькі спецыялісты ЖЭУ нумар 1, але і некаторыя мясцовыя жыхары. ЖЭУ здесь работает и пригласили жильцов, желающих помочь городу обустроить двор. Здесь у нас такой замечательный двор. Ну и как, дети – наше будущее. Нужно сделать город красивым. Уборка у гэты день велася и по основных магистралях города, а так само у Пячерском лесопарку и на інших объектах. Кіраўнік Могильова Владимир Цумаров выказал особливую подяку усім, кто долучился до агульной справы. Алина Мельшанкова, Юрий Ауласов, новини региона. Знос дома по вулиці Варовскага так само примеркували до городского суботника. Як повідомили у жры у Ленинского района Могильова, гэты дом расселили еще в середине 2014-го. Усе жихары отримали новое доброупрадкованное жилье, кажут специалисты. Теперь новое житё отримает и гэты участок недалеко от центра Могильова. Дом по улице Варовского – довоенный барачного типа. Пустовал 2 года. И городский субботник, кажуть коммунальники, добрая махчимость худше расчистить территорию. На объекте задейничано с десяток человек, погрузчик и 8 одинок самозвалов. Не глядячи на спякоту, працуют амаль без перапынку. Хотя, як отзначаются у жрею Ленинского района Могилева, одного дня на этом объекте, конечно, не хопить. В рамках субботника мы его демонтировали и сейчас занимаемся вывозом. Я думаю, что в ближайшие 2 недели мы полностью освободим данную площадку.
Еще больше интересных новин на нашем сайте tvrmogilev.by. Но я с вами развитываюсь. До встречи в эфире.